Всем привет! При загрузке файла в браузере Google Chrome он попадает в панель загрузок, которая появляется в нижней части экрана. Возможно, кому-то это привычное расположение может быть неудобным, поскольку урезает окно по высоте и иногда сдвигает вверх элементы управления на сайте. По умолчанию Google не предлагает других вариантов в настройках браузера, однако расположение загрузок все же можно сделать удобнее. Можно вынести небольшую кнопку в верхнюю панель, по нажатию на которую будет появляться всплывающее окно со списком загрузок, как в Safari или Mozilla. Открываем Google Chrome, в адресную строку прописываем Chrome Flux. Далее отыщите эти два параметра и установите их на Enable. Все, теперь панель загрузок переедет в верхнюю часть Chrome и больше не будет откусывать нижнюю часть окна по высоте. Это работает как в macOS, так и на Windows. Если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк.